подарил Совня и Россия. Подарил национал русские напитки. Это фотка. Да. Мы видели два мужчины. Владимир Путин, 9-й. Они щелкались и попили русский водку на 3-м этаже. Я видела и говорила, о, Россия не была. Но я тоже попробовала русский водку. Ну и как? Первый раз и последний раз. Почему первый раз и последний раз? Я встречала три мужчины русские. Они говорили со мной, пикник, ты хочешь хороший по-русски говорить? Я говорю, конечно, хочу. Если ты хочешь, надо выпить русский водку. Они дали полстакана. Я сласу полстакан, хочу попробовать. Пила полстакан. Полчаса дальше. По-русски, по-тайски, по-английски забыла. Не умею. Голова болела. Лицо поменяло, свет красный. Три мужчины видели и говорили, ой, ты мало пила. Давайте еще полстакана, не будет болеть. Я говорю, еще полстакана не буду болеть. Правильно, буду умирать. Три мужчины, я знаю, что они еще хотят, потому что они не только мне хорошо говорили по-русски, они хотят меня попробовать. Да, потому что они говорили, им всегда они меня трогали. Да, я говорю, 3-1 неправильно, 1-1 хорошо. Три короля там шили, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й не издет. Почему? Потому что брат его, Рама 8-го, там убили. Рама 8-й убили. Тайцы мы не знаем, кто убил Рама 8-й. Каждый каники написано, нашли Рама 8-го и видели пистолет. Дальше ничего написано. Рама 8-го был только 21 года, прав короля только 12 лет. Да. Господа, после Рама 8-го умер, да, 9-й говорил, я из детей не хочу. В этом здании Лео самый главный человек. Кто король, королева, президентский премьер-министр другой страны. Приехали сюда, они там встречают. 7 лет назад Владимир Путин. Знаете, да, кто это? Нет. Ваш президент. Да что? Я 7 лет назад Владимир Путин видела прям живой. Самый красивый. Но он похож на Тайса. Почему? Почему? Рост его маленький. Еще один человек похож на Тайса, чем Владимир Путин. Медведь. Кто это? Медведь. Еще меньше. Но красивый, без проблем. Господа, в аэропорту видела, приятно было. А вы настоящие русские, настоящие русские видели Владимир Путин? Нет, да? А видели? Я подделка видела. Да, подделка русская. Видела Владимира Путина. Господа, еще в этом здании 18 числа ноября Обама тоже был. Одна ночью спал. Да. Обама? Владимир тоже одна ночью спал там. Да. Сейчас Обама там никого. А? А мама это не похожа? Ой, не похожа. Потому что они маленькие. Не маленькие. Только свет черный. Похожа на Тайса. Да. А вы любите белых, поэтому да, не любите белых. Да, мы любим белые, потому что черный, когда темно, не видно.